Привет, друзья! Как я уже рассказывал вам в предыдущем выпуске журнала, ансамбль «Эврика» блестяще начал свою концертную деятельность, и уж если, как говорят, написал букву «А», то надо написать дальше все буквы алфавита, то есть продолжать и развивать это концертное дело. Некоторым из вас непонятно, о чем идет речь, поэтому ссылки на предыдущие выпуски моего журнала вы найдете внизу под этим видео, в описании. Ну а что же было дальше? Осенью 1967 года мы приступили к репетициям. Репетировали новую программу, и сразу у меня появились первые проблемы. Несколько музыкантов уволились с предприятия, перешли на другую работу. И мне надо было опять искать новых музыкантов. Кстати говоря, это была одна из главнейших проблем и вообще во всех ансамблях. И остается этой проблемой до сих пор. Текучка. В качестве примера только в одном вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята» или «Самоцветы» перебывало очень много музыкантов. Ну, допустим, вот на этом фото гитарист Валерий Беспалов, он крайний слева, мой давний хороший товарищ, который работал в «Веселых ребятах» со дня основания этого ансамбля, но впоследствии покинул этот коллектив. Человеческие взаимоотношения, разобщенность между музыкантами, либо между ними и руководителем, вот главная проблема, порождающая быстрое изменение состава участников ансамбля и крайне плохо влияющая на качество музыки в целом. Конечно, все это постепенно притирается, но опять-таки ненадолго. Возникают, как всегда, новые проблемы во взаимоотношениях. В этой ситуации обычно в коллективе появляется, ну, так скажем, костяк, то есть небольшая группа лояльных к руководителю людей, которые, в общем-то, заинтересованы в стабильности. Внутренние проблемы творческих коллективов в точности напоминают проблемы, возникающие в высших эшелонах государственной власти в нашей стране. И так было всегда и во все времена. Корень зла – это нравственность, а точнее безнравственность – отсутствие таковой, которая сегодня заполонила все и вся. Ну, понятное дело, что в религии это как бы, ну, грехи, что ли, которые замаливают, но, как правило, все это бесполезно. Ну так вот, музыканты музыкантами, а для меня всегда была одна, еще одна главная проблема. Это репертуар. Что будем исполнять на сцене? В какой последовательности? Кто будет петь это? Певец? Но у нас только певец, певицы нет, а ведь нужна еще и певица. Надо искать ее. И так далее. Сотни вопросов. В тесном контакте с Валерой Сухорадо в то время я постепенно решал эти проблемы. К нам пришло несколько новых музыкантов, и весной уже следующего, 1968 года, пришла очень хорошая певица к нам. Это Люба Лоленко, вот посмотрите на фотографии. Я в то время с какой-то жадностью просто искал разные песни для нашего репертуара. Для нашего певца Евгения Савченко я сделал аранжировки песни, значит, «Звездная ночь», которую исполнял Жан Татлян. Ссылку на эту песню я даю в описании. И была еще такая песня, которая называлась «Два окна со двора». Ее исполнял в то время Олег Кухналев. Замечательная песня, тоже предлагаю вам послушать по ссылке. А с новым гитаристом Володей Олесковским, который, кстати, великолепно пел, очень хорошо пел, такой хороший, крепкий голос у него был. И вот я с ним вместе в дуэте, значит, мы сделали песню из репертуара группы The Beatles «It's been a hard day's night». Ссылку на эту песню вы тоже найдете под этим видео в описании. Расскажу вам очень интересный факт.
Дело в том, что Валера Сухорадов в то время тоже заразился битлами и проявил страстное желание спеть с нами песню. А эта песня называлась «Girl». Вообще-то, это было на грани юмора. Валера в то время уже был достаточно крепким чиновником и работал секретарем в горкоме комсомола города Химки. Ну, такой, знаете, пузатенький. Все ребята шутили, подсмеивались. Но, тем не менее, номер мы этот сделали из уважения к нему. Вообще-то, мы долго репетировали над припевом. Там очень красивое трехголосие. И даже дополнительно собирались на репетиции у меня дома. Все битломаны великолепно знают эту песню. Но тем, кто не знает, я даю ссылку на эту песню в описании под этим видео. Ну так вот, гитара на Валерке, точнее сказать, на его животе, висела как на бочке, почти в горизонтальном положении. Ну что-то на вроде, ну как гусли. И вот он играл простой такой проигрыш в этой песне и подпевал в припеве. Когда мы репетировали, он доставал откуда-то из кармана медиатор. Вот это медиатор, для тех, кто не знает. И каждый раз шутил: самое главное для гитариста – это медиатор. И еще одну песню он исполнял в концертной программе. Это была песня из репертуара итальянской певицы Риты Павоне «Луи». Ссылка тоже под видео в описании. Прошу обязательно послушать эту песню. Это очень интересный музыкальный материал для нашего времени. Ну, просто отличная итальянская песня. Очень заводная. Вообще-то, Валерий Сухорадов очень часто бывал у меня дома. Мы обсуждали разные вопросы относительно коллектива. И вот наступил 1968 год. Приближался 1 мая и наш отчетный концерт. Все прошло очень великолепно. И вот что я скажу. За то время, пока существовала «Эврика», я рулил этим коллективом до 1973 года. То есть 6 лет, пока учился в вечернем институте. Так вот, за все 6 лет только первые 2 года были особенно яркими и отложились в моей памяти. Сразу после майских концертов было наше первое выступление на центральном телевидении в телевизионном центре Останкино, который и начал работать именно тогда, в то время. Затем еще было одно выступление в телевизионной передаче КВН с ведущими Александром Масляковым и Светланой Жильцовой. И сразу после этого мы приняли участие в московском фестивале, московском джазовом фестивале с нашей певицей Любой Лаленко, где она очень удачно спела песню композитора Макроусова «Одинокая гармонь» джазовой обработки. А мы с ансамблем исполнили пьесу Телониуса Монка «Round of the Midnight», то есть, ну, около полуночи. А вот на этом фото вы видите буклет, программку этого фестиваля. А жюри возглавлял Леонид Осипович Утесов, легенда нашей эстрады и джаза. Мы были награждены на этом фестивале дипломом, что было очень даже приятно в ту пору. Ну и уже по традиции снова поехали в наш пионерский лагерь юбилейный в город Анапу. А что было дальше, вы узнаете из моих следующих передач, поэтому напоминаю всем, как всегда, подписывайтесь с колокольчиком, делитесь моими фильмами в соцсетях. До следующей встречи, друзья! Увидимся и услышимся. Пока-пока-пока!